Всем привет! Всем, кто смотрит мой канал. Итак, продолжаем знакомство с городом Самары. На пересечении улиц Куйбышева и Некрасовской высится строгий силуэт кирхи. Лютеранская церковь. Старейшая из всех сохранившихся в Поволжье. Здание в немецком стиле было построено в Самаре в 1865 году на пожертвование. Сейчас в кирхе не только идут службы. Здесь находится немецкий национально-культурный центр, в котором можно познакомиться с историей немцев Поволжья, почитать книги, посмотреть фильмы на немецком языке. Здесь же, на улице Куйбышева, в конце 19 века самарскими купцами, построен оригинальный особняк-игрушка, в которой расположена Самарская детская художественная школа. Мимо этого здания, похожего на сказочный теремок, невозможно пройти. Неотъемлемая часть истории города – Струковский сад, самый старый парк Самары. В советское время сад считался городским парком культуры и отдыха имени Алексея Максимовича Горького. В настоящее время парку возвращено историческое название «Струковский сад». Гостей у входа встречает фонтан. В начале 19 века это была часть леса, принадлежавшая местному богачу Струкову. В 1848 году этот земельный участок подарили городу. С этого момента и начинается история Струковского сада, которые год за годом благоустраивали для народных гуляний. Сейчас сад не только место для отдыха, но и зеленая площадка для городских праздников и фестивалей. Да это бьет с этой. Что?
сейчас мы видим крытую концертную эстраду. Чуть выше Струковского сада здание Самарского драмтеатра. Один из самых ярких объектов города. В Самаре театр появился в 1851 году. А каменное здание в таком стиле построено в 1888 году. Театр и поныне украшает город. Рядом с театром памятник Чапаеву. Самый узнаваемый объект Самары. Памятник установлен в 1932 году, 15-летие Октябрьской революции. На момент создания монумент был самым крупным в стране. На месте, где расположен памятник, были захоронены 12 красногвардейцев. Обойдя здание драмтеатра, похожего на пряничный домик, находится сквер имени Пушкина. Этот земельный уголок в центре большого города – прекрасное место для интересных фотосессий. Из сквера открывается вид на городские красоты – Струковский сад, Волгу, Жигулевские горы, на старинное здание Жигулевского пивзавода и Иверский женский монастырь. Жигулевский пивзавод – один из старейших заводов России. Здание построено австрийцем в 1881 году на берегу Волги. Именно здесь издали рецепт знаменитого жигулевского пива, марка которой уже более 100 лет. Едем по улице Фрунзе. Подъезжая к перекрестку Фрунзе и Красноармейской, стоит особняк Александра Курлиной. Дом в стиле модерн, построен в 1903 году. Курлина с мужем были известными в городе благотворителями, попечителями детских приютов, училище для слепых детей, коммерческого училища. Одна из достопримечательностей Самары, мимо которой невозможно пройти, удивительно красивое здание. Храм Пресвятого Сердца Иисуса, или просто Польский костел, построенный в 1906 году. Костел не просто украшение Самары, это действующий храм, который в дни христианских праздников посещают верующие. Площадь имени Куйбышева в Самаре – вторая по размерам площадь в Европе.
На ней можно разместить 10 футбольных полей. На этом огромном пространстве проходят главные праздники города. Военные парады, праздничные демонстрации, концерты под открытым небом. У площади Куйбышева своя уникальная история. Когда-то на этом месте стоял храм Христа Спасителя, который разделил участь одноименного храма в Москве. Был взорван после 1917 года. На этом я заканчиваю свой второй фильм о Самаре. Дальше буду знакомить вас с самой красивой набережной в Самаре, длина которой более 4 километров вдоль реки Матушки Волги. Смотрите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо всем, кто смотрит мои видеоролики.